Всем Alt-1, друзья, с вами Витек. Не спешите ставить дизы. Чтобы не удалить игру, я применил читы. Просто хочется реально дойти до конца, до босса и убить его. Я уже просто задолбался каждый раз перепроходить эти уровни. Хочется проиграть уже и в другие игры, но игра не пройдена и не дает покоя, поэтому открыт новый герой, тот. Бог знает. Давайте посмотрим, что у него. Переносит тебя на короткое расстояние в направлении твоего движения. Дополнительный прыжок. Если, ребята, это офигительная вещь, я считаю, что можно будет поиграть за него. По поводу оружия сейчас посмотрим, что у нас имеется. И опять же, по поводу читов. Я говорю, это просто эксперимент, чтобы не забросить игру. А, вот он у нас и стреляет. Вот у нас и стреляет этими штуками. Так, это у нас что? Автомат. Автомат. Мины. Я так понимаю, мины, нет? Смотрите-ка. Так, давайте, что из оружия у него? А, что-то не написано. Не написано. Ну ладно. Ого, сразу таранит. Давайте зайдем, возьмем все, что есть. Сразу свиток получаем. А, еще полезный свиток. Ну, карта хрен знает, фиг с ней. Пусть будет новая. Ну все, поехали, друзья. Это будет такое скоростное прохождение, да. Все бабки, все 9 лямов мы только что вот прям вдули на заход. Ну хорошо, зашли мы в пирамиду. Я надеюсь, у нас начнет сейчас что-нибудь получаться. Увеличит количество собираемого золота, увеличит мы с вами запас здоровья на 30%. 573, друзья. 573, вы только вдумайтесь, я со 160 бегал. Ну все, поехали, буду всех выносить. Че, и не с первой плюхи ты умираешь? Во сколько там жизни-то? Вы че, обалдели? Че-то мне это не нравится. Ну ладно. Так, и че, прям вообще на короткое расстояние нас переносит, да? Ух, ну прикольная способность-то. Почему бы и нет? Во. Особенно, кстати, когда мы за сундуками будем сейчас прыгать. Так, отлично. Где ты там прячешься, гадина? А вот так, если закинем, не зашло. Блин, короткое расстояние все-таки реально. Хотелось бы подальше. Давай, задень его, нет? Нет, ему пофигу. Офигеть. И тут еще чувак. А-а-а, ты не туда. Опа, двойной прыжок, ребят. Даже тройной теперь. У нас же один двойной был активирован с помощью способностей. Так что у нас теперь вообще тут сказка. Взять оружие только по-нормальней. Ну что, я не знаю, поехали по первым дверям. Что делать? Так, ушли. Ну и где-то есть-то. Да ладно, ты умудрился по мне попасть еще, говно. Зашибись. Так, хорош. Да, оружие так себе, это все-таки, я думал, будет покруче. Ну ладно. И шары вот эти вот все-таки нам с последним боссом, но не очень-то будут по душе, потому что нужна прицельная стрельба. Увеличим состояние запас здоровья еще на 30%. Вы посмотрите, я вообще как терминатор сейчас неубиваемый буду. Ну, поехали. Еще свитки, ребята. Уменьшает количество прыжков на один. Зашибись, обрадовался. Теперь свои достижения могу похоронить, блин. Да отвали ты от меня, ну. Не-не-не-не-не, не то это оружие, которое я хотел. Может, это отменят. Вместо золота появляется мясо. Что бы набрали-то, а? С ума сошли, что ли? Вместо золота... А интересно, мясо восстанавливает жизнь-то? 751 у меня, да? Или это полная хрень будет? Может, они меня так притушить решили? А, увеличивает на 14. А чё, большой плюс? Поехали.
поехали сразу на следующий уровень, конечно. Нам нужно максимально быстро добраться до последнего босса и, блин, уничтожить его. Не знаю, получится это за один летсплей сделать или нет, но мы постараемся. Так, поехали. Лягушки-квакушки. А уж здесь, что ли? Это, походу, мне кажется, мина. Или нет? Вот она... А, смотрите-ка, они проходят, она электрическим импульсом их атакует. Да, офигенно, можно перед собой ставить, и все, пожалуйста. Нас будут защищать. В принципе, все неплохо. Так, идет атака, да. Так, меня бы как бы она не атаковала. Ни хрена себе прыжок стал... ништяк. Не, ускорение весьма хорошее, мне нравится. Так, отлично. Идем дальше. Здесь дверей нету, да? Блин, подстава. Фейковый уровень. Так, идем дальше. Сейчас я, кстати, без читов, естественно, играю. Вводил только на бабки, увеличивал все показатели, навыки. Конечно же, так упрощается задача. Становится проще, но все же нас могут и убить. И можем мы проиграть. Все по-честному. Так, ну почти. Давай сюда, что применим. Ух, ни хрена себе лагануло, я там всех убил, что ли. Так, отлично. Мясо берем. Вы посмотрите, сколько жизней. Это что-то с чем-то. 969, почти косарь. Охренеть можно. А ничего здесь больше нету, да? Идем обратно. Ладно. Потратили здесь только время. Внизу, наверное, да, внизу. Так, хорошо. Как я этого чувака ненавижу, а? Так, есть контакт. Опа. Перемещалка, в принципе, полезная вещь. Очень будет полезно с последним боссом, когда он свои атаки совершает, уходить от его шариков, блин, магических. Офигеть, они даже здесь попадают. Но здесь замкнутое пространство. Давай, 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 давай. Ну куда ты сейчас-то? А тут тупик, кстати. Нифига интересного. Ну да. Ладно, валим. Ну где ты? Вот зараза-то, а? Спрятался. Вниз что ли пошел? Догоняй тебя еще, ищи, а? Типа, еще один. Так, нормально, прошли. Прям на него выжил. Перезаряжайся. Покуха, валим, валим. Отлично, убит. Все, нет, нечего здесь ловить больше. Идем вниз. Так, у нас две двери еще. Хорошо. Так, давай. Ты его пока вали. Мины, мины очень крутая вещь. Мне прям понравилось. Ну чё, чуваки, вас сейчас будет жарить током. А чё это не жаришь-то? Ты против меня, что ли? Готов. Ну давай, еще немножко. Где он есть-то? Я настолько быстро бегаю, что не успевают. Ну? Чё это, елда, и съездила, блин, и все? Давай, защищай меня. Фигня какая. Есть, готово. Так, все, возвращаемся наверх. У нас здесь несколько дверей еще. Ну, пойдем. Ну, как раз. Я готов сразу идти на следующий уровень. Так, отлично. Этих мы убиваем.
А лягушки пусть развлекаются с этой болванкой. Так, отлично. Давай, 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 давай. А, еще не все здесь головы. Отлично, убили. Давай, 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 ребята. Господи, как такие лаги терпеть можно? Ни в одном шутере такого не встречалось, а? Это на какой я принцип, друзья, пошел, чтобы эту игру завершить до конца? Вы просто не представляете, сколько мне это стоило времени, сил, нервов. Блин, я столько времени вообще не убивал на перепрохождении. Просто, наверное, не встречались такие игры. Все же было там сохранение, но умер, прошел дальше. Да, здесь полный хардкор. Мне реально, блин, понравилось, но я уже подзадолбался, честно. Так, давай еще, еще. Все, готов. Что у нас? Тебе никак не встать на месте. Офигеть. Ну, вообще, мне кажется, лучше свитки тогда не брать в моем случае. Они мне только подставы сейчас будут кидать. Ну что это такое, друзья, реально? Ну почему мне всякая фигня попадается? Неужели потому что скилл прокачался, а? Давай закинем им. Ну чё, не атакуют-то, не пойму. Блин, он скользит и скользит. Это не есть хорошо. Я хотел в нормальный экшен поиграть, блин, без таких нервов, поубивать врагов. Вот как мне... А как испытания, интересно, проходить, где нужно реально стоять и... Давай, давай, гаси гада. Вот реально, где нужно стоять и проявлять хладнокровие. Там же баланс не удержать, это нереально будет. Ладно, друзья, я надеюсь, у нас дальше будет еще много прикольных, классных игр. Но давайте пока получать наслаждение от этой. Так, 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 коль уж это случилось, произошло, нужно проявить терпение. Так, о, неплохо. Сейчас мины делают свое дело. Так, гаси, 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 гаси. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, себя задел. Я так и знал, что это произойдет. Давай, мясо, мясо едим. Благо у нас жизни пока хватает. Так, а наверху что, нету? Наверху двери нету? Походу, то внизу, да. Хорошо, идем в следующую. Вот, посмотрите, вот здесь вот. Это разве честно? Это же вообще полный трэш. Сейчас же здесь, блин, копья будут снизу из-под пола выдвигаться и убивать меня. Как мне с этим бороться? Как тут устоять на месте? Ладно. Че, я обратно теперь небось, да? Вот зашибись-то, а? А-а-а, блин, долбанное управление теперь. Как бы отменить эти... свитки. Я здесь только что пришел, да. Внизу дверь, внизу. Ёлки-палки, надо же было покупать. Так, хорошо, идем дальше. Дальше, говорю тебе. Так, где проход-то? Вот проход. Нет, не вот. Ни хрена не вот. Наверх надо. Да, попробуй здесь наверх. Не могу, а. У меня нервов не хватит, блин, меня ребенок доводит, меня игры доводят, вообще, так же психа можно стать. Ладно, давай направо. Ну, поперли. Сейчас у нас тут хреново туча врагов будет. Ну, конечно. Так, есть контакт. Я хотел сказать, стреляющий врагов.
Ну, зато он хотя бы двигается, уклоняется. Да, пипец, все в меня попали. Уклонение прям хоть отбавляешь, поделиться можно было. Давай. Кто тут? Офигел, что ли? Так, где-то еще лягушки будут. Ну чё, где ляги-то? Где-то квакают. Так, ну ладно. Мне кажется, наверху. Неужели нету? Знаешь, внизу. Фух, уходи отсюда. А чё это было-то? Моя же хрень в меня, да? Давай, свиток. При низком уровне здоровья урон оружия повышается. Да куда у меня здоровье теперь хоть отбавляй? Я ж прокачал только. Что толку, блин, с этими активными, плохими свитками? У меня игра вообще не клеится. Так, это в обратку. В обратку. Чё, внизу, что ли? Да, вот следующая дверь. Пойдемте. О, сундук, отмени, пожалуйста, все хрени свои, все порчи. Давай. Ты можешь видеть врагов сквозь стены. Но это не то, что я хотел. Давай еще сундук, блин. Нету. Эх, конечно, нету. Прыгать высоко не могу. Ладно, погнали на босса. Из босса точно свиток упадет. Давай я пропустить. Ну вот, перезарядимся, пока он слабенький. Давай, 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 давай. Сколько в них нужно-то? Давай, давай, следующего. Во. Ну, чё, пора уже, нет? Вот сейчас, наверное, можно будет. Давай. Да мы болванки, что ли? Я не знаю. Чё ты? Перезарядись. Не, мелочь. Даже время не тратить на мелочь. Офигеть, ты же вообще не попадаешь. Вот о чем я говорил. Вот это оружие вообще убогое. Нужны обычные пули. Вот эти все бластеры должны... Пока летят их пульки, чувак уже меняет направление. Соответственно, ничего из этого не выходит. Перепрыгивай. Давай, за счет скорости только можно выиграть. Ну нет, трындец. Полный трындец. Давай, 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 давай. Все, патронов нету. Так, он уходит. Ну чё, ты будешь валить у меня сегодня? Я уже перчатками, кстати, ходил на тебя в серии. Тут без прокачки. Наверное, тогда бы я тебя завалил. Давай, давай, давай. Тут же немного надо-то. Да они медленные, пипец. Пока летят, ужас. Давай, чё, не атакует. Хорошо, из бластера будем. Здоровья пока много. Могу себе это позволить. Давай, 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 брат. Есть. Ай, как же убого. Как же здесь все убого построено, а? Ты теряешь 50% здоровья в обмен на 2 свитка. Я не против, давай только хорошие. Повышает показатели атаки при полной шкале здоровья. Ты случайным образом теряешь оружие. Они вообще ненормальные, что ли? Это, блин, что получается? Вот эта основная винтовка, которая хорошая, сейчас пропадет, да? А, нет, слава богу, они убрали первое, перчи. Мы можем взять... Ну, кстати, неплохо, ребят. Совсем неплохо. Я даже более-менее чем рад. Так, отлично. И что, все? 2 свитка? Мне казалось, здесь третий был. А, ну это и был свиток, который активировал 2 свитка. Ладно, погнали дальше.
Ох уж это нелегкая Immortal Redneck. Некоторые виды оружия можно носить урон и союзникам. Ёлки-палки, он сам несется. Ну вот. Зараза, а. Вот бы мне найти этот свиток, который все отменяет. Я бы очень был рад. Мне ж теперь целиться сложнее будет. Охренели что ли? Кто у нас там? Где бомбардир? В серединке, да? Хорошо, мы идем в серединку. Налови. Ой! Промазал. Налови, чувак. Ай, не попал. Хорошо, ничего страшного. Мне в здоровье надо подкрепить было, а я его, получается, теряю. Здорово. Давай. Ну ты серьезно, что ли? Блин, когда я сам нажимаю кнопки, куда двигаться, это одно. Здесь получается, как в тире. Он сам выбирает, куда ему идти, куда ему двигаться, блин. Понятно, что по инерции, но все это выглядит совершенно по-другому, чем если бы я нажимал эту кнопку. Вот зараз, да, реально меткость. Меткость просто теряется. Фух, убил. Так, набираем потихонечку здоровья. Есть, здесь есть сундук. И пистолет. Это мне пистолет не нужен. Мне винтовка больше по душе. Так, больше же нету ничего. Давайте наверх заберемся. Тут у нас точно стоямба. Может где-нибудь в каких-то местах. Тоже стоят. Ну ладно, получается все. Пойдемте в какую-нибудь дверь. И вот как мне здесь двигаться? Вот вы посмотрите, ну это же подстава. Чистой воды подстава. Сейчас будет не поранься, достань до сундука. Ну конечно. Ну вот видите, что творится. Ненавижу просто. Меня эта игра выводит на негативные эмоции. А мы занимаемся здесь веселыми прохождениями. Они здесь на канале. Так, хорошо. А, зараза, попасть нельзя же даже, а? Так, вы получаете. И вы получаете. Вот зараза, прям здесь на меня напала. Окей, я тебя отомщу. Блин, с такими показателями за нормального бы героя. В плане с хорошим оружием. Вот за этого же героя, но с хорошим оружием. И вот без этих долбанных отрицательных свитков. Надо подбирать все мясо. Придется вернуться, да. Как бы не было у нас так много жизней, но надо брать все. Так, где у нас дверь? А, нам вниз. Ну ладно, вниз-то вниз. Зашибись. Еще прицелься тут. Что же вы творите-то, а? Как я скучаю по нормальным экшенам. Мне эта игра безумно нравится. Ну вот. Скольжение по льду, наверное, самое нелюбимое мое, что здесь можно придумать. Хотя, по-моему, было что-то еще. Уже, видимо, не упомню. Давай, давай, давай. Фух. Вот зараза-то, а. Выбирайся. Его несет самого, мне не дает выбраться. Подлюка. Я еще вроде... Я еще начну ругаться словами, которые даже в природе не существуют. Пипец, и стрельнуть не смог. Патроны вовремя кончаются, да, всегда здесь так. Закон Immortal Redneck. Ненавижу, просто ненавижу. Наверное, сегодня пригорит. Я не знаю, у меня каждый день, наверное, пригорает. Как я держусь, я не понимаю. Козел. Вот со стороны кажется, что, а, подумаешь, какую-то сторону тащит. На самом деле, нифига, это очень жесткая хрень. Фух, убили. Так, на следующий уровень. Блин, да давай. Вообще не слабо.
Хоть мы тут свитков ничего особо не взяли, ну а что делать? О, как корова на льду. У нас бык же он вроде как выживет. Нет, бог знаний тот. Ну хорошо. Я бы его назвал как корова на льду. Больше всего подходит. Так, ну что вы предлагаете? Ох, угаденыши. Охренели что ли? Зачем лагать-то так? Дайте поиграть нормально. Каждое убийство это какое-то испытание, а? Как же делать массовые убийства, реально? Ах ты гад! Сзади! Как гнида! Ну ладно. Я сейчас тоже так же буду. Так, нормально. Получаете. Сами сдохните. Есть. Мясо я заберу. Опа. А вот туда мне как сейчас? Вот меня по лаве будет носить по этой. Так, умрут сами. Главное, чтобы свитков не было, а то будет обидно, если просру. Ну хорошо. Где у нас дверки-то? Ну, наверху очень, очень. Хорошо. Ой-ой-ой, дайте, пожалуйста, свитки. Да дайте свитки, блин, елки-палки, последний шанс. Я хочу очиститься. Уменьшает количество прыжков на один. Ребят, их проще просто не брать. У меня нет теперь двойного прыжка. У меня был тройной прыжок. Они мне все засрали. Полностью все засрали. Я... У меня нет слов просто. Он... давай упади еще, сдохни в лаве в какой-нибудь. Блин, с одним прыжком сейчас это нереально сделать. Все, я выбешиваюсь, вот реально. Ты можешь прыгнуть, а? Стоять на месте, пожалуйста, просто стоять на месте, это реально крутой. Это навык, можно сказать, это навык в игре. Которого сейчас очень не хватает. Я его сейчас удалю. Я просто сейчас удалю тебя, мразь. Ну реально. Все, стой на месте. Так. Ну и как? Дайте свиток, дайте свиток. Исцелите. Что это? Ты че, стебешься? Я ради этого сюда так геморрой слез. Это он же, что ли? Он так далеко кинул. Ого! Я не знаю, что на это ответить. Да нафиг он нужен? Хрена это полная. Нет. Оставим энергетическую винтовку. Да елки-палки, попробуй еще выйди отсюда. Капец просто. Я не могу больше в это играть. Это издевательство. Ни одного мы свитка не пройдем, не возьмем сундука, где нужно проходить испытания. Уже один такой был, мы его просрали, естественно. Так, ну здесь все просто. Давай. Готов. Следующий. Как нам наверх запрыгнуть, а? Как вот? Как я это сделал сейчас? Это было чудо. Так, вали их. Готово. Готово. Кто еще остался? Эй, букашка. Так, сундуков нету. Сундуков нету. Вот зараза, надо обратно. Так, хорошо. Выходим, выходим. Прям нахрен отсюда выходим. Так, хорошо, идем в середину и налево. Налево через верх. Нет двойного прыжка, блин.
нифига качать скиды, когда их потом так вот убирают нещадно, а? Да умрите вы нахрен. Так, окей. Уходим. Ха-ха-ха, готов. Давай отменим все. Заменяет один из видов твоего оружия на случайный новый. Не дай бог сейчас этот пестоль. Пипец, вы что сделали, а? Винтовку мне заменили, а? Ну как мне это расценивать? Да отвалите вы нафиг. Так, хорошо, обратно. Давай, подождем, пока ты перезарядишься. Так, здесь у нас все. Была такая уже локация. Хорошо, прямо, давай. Довалитесь вы. Готов. Мрите, мрази. Отлично. Мясо, мясо собирай. У тебя жизни полные. Неужели? Обычно такого не было. Так куда ты прям по его направлению? Ты от него должен идти. Он по инерции, зараза. Ну вали ты его. Как мне сейчас наверх забираться, а? Попадешь, нет? Че, он прям на сам верх летит, что ли? Офигеть. Ладно. Да ё-моё, ты можешь прыгнуть в угол. Стой в углу тогда. Стой в углу. Стреляем с угла. Не двойного прыжка, бро. Давай, в углу. Убит. Не убит. Так, в углу стоять. Хорошо, прыжком. Молодец. Так, оценим ситуацию. А ничего нету. Нечего взять. Все, идем дальше. Ну хорошо. Ладно, издевательство продолжается, короче. Ха-ха-ха, перезарядка вовремя. Есть. Обожаю, когда они друг друга потом... Точнее, друг от друга летят снарядики. Правильно, сейчас перезарядиться ж нужно вовремя. Ты что, будешь убивать? Есть. Но... Так, ладно, где следующая дверь? Наверху. А как до верха, да? Да лезть. Нужно прыгать. Короче, свитки мне нельзя брать. Если не брать, все было бы окей. А что же, дверь здесь у нас? Почему наверху сказал? Это фигня. Так, готов. Давай дальше. Здесь у нас лестница на следующий этаж. Очень хорошо. Уже пора бы. Так, кто остался-то? Ах ты гад. Хорошо. Ну из пестоля. Вали, кита! Мелочь кусатая, куда ты? Вали их нафиг. Так, убит. Ну и валим тебя. Есть. Все, идем на следующий уровень. Ух, ёлки-палки, вот это жара. Что у нас дальше-то? У меня с этими навыками 6-й этаж. Друзья, на этом сделаем паузу. И увидимся с вами на 6-м этаже в следующей серии. Обязательно ставим лайк, подписываемся на канал. Всем пока, до встречи.